В Новых Химках комплексно благоустроят придомовые территории. В этот раз обновят двор на Юбилейном проспекте 1. С местными жителями будущие преображения детской площадки и прогулочных зон обсудил заместитель главы муниципалитета Виталий Турчининов. Несмотря на то, что выглядит двор довольно хорошо, ему необходимы изменения. Капитально двор благоустраивался 12 лет назад. Соответственно, нужно понимать, что эти 12 лет двор выглядит хорошо, потому что эти 12 лет он просто поддерживался в нормативном, надлежащем состоянии. Но, естественно, все имеет срок эксплуатации. 12 лет – это много. Допустим, для детского покрытия мы думаем, что еще несколько лет, и оно начнет просто отслаиваться. Также Виталий Турчининов вместе со специалистами администрации, представителями ТСЖ и депутатами провел осмотр территории, разобрал план предстоящих работ. Будет построена игровая зона, детская площадка, будут заменены скамейки, покрытие этой площадки. В общем-то, будет проведен полностью весь комплекс работ, который предусмотрен. Уже к началу осени администрация планирует закончить работы по благоустройству этой дворовой территории.